оружейный чехол BGP-110 зеленого цвета. Интернет-магазин «Попади в десятку»! Этот чехол сшит из кордуры и синтетических материалов. По центру у него есть небольшой кармашек, закрывающийся на молнию. Переносить в нем можно небольшие инструменты или документы. Сам чехол переносится с помощью двух ручек из стропы. Или же с помощью наплечного ремня, который находится с другой стороны. Его можно регулировать по длине. Основное отделение чехла закрывается на молнию с одним замком. Внутри чехол обшит мягкой черной тканью, которая защищает оружие от царапин. Также оружие защищают и поролоновые вставки, которые вшиты в обе крышки чехла. Эти мягкие плотные вставки помогают противостоять неровностям поверхности и несильным внешним ударам. Для лучшего понимания габаритов чехла внутрь мы положили винтовку длиной 1140 мм. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку».